вы очень крутой робот. Сможет сделать 100 звонков в минуту, менеджер эффективен всего лишь на 4%. Может ли робот заменить менеджера? Здравствуйте, друзья. Меня зовут Морозов Борис. Я менеджер по развитию 1С Фитнес Клуб. Сегодня мы рады представить вам новый инструмент лидогенерации для фитнес-индустрии, а именно голосовой робот. Мы понимаем, что автоинформаторами уже никого не удивить. Поэтому наш инструмент отличается тем, что он говорит как человек, звучит как человек и понимает естественную человеческую речь. Ну, чтобы долго не рассказывать, как это работает, давайте лучше посмотрим. Добрый день, это Ульяна из фитнес-клуба Вилла Фит. Есть минутку? Ой, сейчас нет. Если можно, вечером. Я буквально секунд на 40, позволите? Ну да, давайте. Звоню с хорошей новостью. Наконец-то наш клуб обновился. У нас теперь самое современное оборудование, эксклюзивные групповые программы, спа-комплексы и шикарный бассейн. Ага. Таких клубов, как наш, теперь точно больше нет. Я вас приглашаю познакомиться с нашим фитнес-клубом и увидеть все своими глазами. Согласны? Так, а скажите, пожалуйста, у вас есть там, например, с грудничками плавание? Такого нет? Бассейн для мальчиков. У нас шикарная аквазона, большой бассейн 25 метров, 5 дорожек с морской водой для взрослых и 2 детских бассейна. Так ага. Что, давайте передам ваш номер менеджеру, чтобы он вас проконсультировал и подобрал удобное время для встречи. Хорошо? Давайте, хорошо. Ваш номер менеджера передала, в ближайшее время он с вами свяжется. Хорошо. Хорошего ага, вам дня. И вам спасибо. Один из часто задаваемых вопросов, которые нам поступают, может ли робот заменить менеджера? Наш ответ, конечно же, нет, но он сможет сделать его сильнее. Менеджер не будет тратить время впустую, на прослушивание гудков или на разговоры с незаинтересованными клиентами, а будет вести переговоры только с теми клиентами, которые готовы купить здесь и сейчас. Основные преимущества робота заключаются в том, что он сможет сделать 100 звонков в минуту с хорошим настроением и никогда не устанет. Хотя при тех же условиях менеджер сможет сделать максимум 30 звонков в день. Робот никогда не отклонится от вашего скрипта, который вы в него заложили. И по целевым фразам он будет квалифицировать каждый звонок и разделять вашу базу на 3 сегмента. Те, кто никогда не купит, например, они уже переехали или по состоянию здоровья не смогут ходить в фитнес. На тех, кого можно будет взять в работу в будущем. То есть те люди, которые занимаются сейчас у ваших конкурентов. И на тех клиентов, которые готовы купить здесь и сейчас. Какие задачи голосовой робот может решать уже сейчас? Во-первых, это, конечно же, поиск клиентов. За короткий период робот обзвонит любую вашу базу и найдет в ней потенциальных клиентов. Во-вторых, это возврат клиентов. Голосовой помощник свяжется со всеми вашими бывшими клиентами и выявит из них заинтересованных. И в-третьих, это информирование. Робот оперативно расскажет о новых услугах и акциях вашим потенциальным клиентам. Говоря про эти задачи, менеджер при обзвоне холодной базы эффективен всего лишь на 4%. Представьте, 96% его времени вы оплачиваете впустую. И сейчас я расскажу почему. На отработку 10 тысяч контактов требуется примерно 500 часов. Из них эффективными будет всего 20 часов, потому что остальное время менеджер будет тратить на прослушивание гудков, отказов и внесение информации в CRM. Все мы знаем реакцию на автоинформаторов. Но если робот говорит как человек и признается, что он робот, это вызывает только симпатию. Давайте посмотрим на реакцию человека, который определил, что с ним разговаривает робот. Добрый день, алло. Это Ульяна из фитнес-клуба Вилла Фит. Есть минутка? Да, есть. Звоню с хорошей новостью. Наконец-то наш клуб обновился. У нас теперь самое современное оборудование, эксклюзивные групповые программы, спа-комплексы и шикарный бассейн. Таких клубов, как наш, теперь точно больше нет. Я вас приглашаю познакомиться с нашим фитнес-клубом и увидеть все своими глазами. Согласны? Не знаю. Надо подумать. Смотрите, наш фитнес-клуб вас точно удивит. Тем более сейчас мы отмечаем свой первый день рождения, и вы можете оформить карту по самой минимальной цене. А ваши близкие или друзья получат от нас бесплатную карту. Давайте передам номер менеджеру. А я с роботом говорю сейчас? Ну, все мы в колл-центрах немного робот. Так что, давайте передам ваш номер менеджеру, чтобы он вас проконсультировал и подобрал удобное время для встречи. Хорошо? Вы очень крутой робот.
Это очень приятно слышать. Ваш номер менеджеру передала, в ближайшее время он с вами свяжется. Хорошего вам дня. Ну и что хотелось бы сказать в завершение. Уже сейчас голосовые роботы плотно входят в нашу повседневную жизнь, и мы от этого уже никуда не денемся. Постепенно они будут выдавливать человека с рутинных задач, тем самым повышать эффективность вашего бизнеса. Уже сейчас практически невозможно отличить робота от реального человека, благодаря машинному обучению на базе искусственного интеллекта. Поэтому наш робот обучен уже на 100 тысячах реальных переговоров. И самое главное, голосового робота можно запустить всего лишь за 3 дня, заполнив небольшую анкету. Все остальное сделают наши специалисты. Если вас заинтересовала данная технология, то сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Наши специалисты ответят вам на все вопросы. Пока!